ехать в Англию. Мы на Pride Park Stadium. Ну и вот, ну и, конечно, центральная фигура противостояния Дерби План. Главное, как оно будет. Уэйн Руни, Снукдан, и игра понеслась. Опять же, это заключительная встреча 1/8 уже прошла. Позже о том, кто на кого попал, и с Кеслет, и у него 10-й номер. Ну и, наконец, Мартин Гокхорн. Пас налево, это Лоуэ. Филипп Коку, легендарный когда-то полузащитник. Ну а сейчас 22-й номер Люк Шоу, 23-й Эрик Баи. Но ставить, тем более, что здесь, скорее всего, также остроты не будет. Крейг Полсон, главный арбитр. Штрафную. И подбор за Манчестер Юнайтед. А это МакТоминей. Подкат чистый, но мяч уходит на угол. Мяча. Еще раз посмотрим этот момент. Здесь Линделев и Фред. Вообще перечислять не будет. Давайте смотреть, что здесь будет. Подбор за Дерби. Пример. А кто-то скажет, наоборот, действенно. Лоу ставит. Ну вот он. Красавец. В том числе и Станы Красных Дьяволов. Давайте посмотрим, чем кончится эта атака. Это Сайбли. Удар был в опорной зоне. И дальше попадай. Лингард. Мата. С точки зрения атакующей комбинационной игры Юнайтед не тащил бы Ромеро, если бы по Куку. Единственный форвард Вокхорн, выдвинутый на острие, он пошел вперед на блин. Лучший игрок февраля в Манчестер Юнайтед. Посмотрите, как здорово Шоу забежал. А вот стрелял. Удар поворот. Раз. Во-первых, как Сайбли легко ушел от Дерби. Пошел убегать. Свисток прозвучал. И удар поворотом. По штрафную прошел. А вот дальше мяч забрали. Хорошо, Фернандеш, мяч штрафной. Подача. Сзади получил по ногам. Опять не буду перебирать возраст игроков, тем более, что тут уже... В котором он получил повреждение. Неприятный стык. Ой, неприятный. Ну и что, нужно врачам покойство. Для Оля Гуннара Сульшера и в Лиге Европы это футбольный клуб ЛАСК. Мяч отдают. Вот, может быть, хорошо. Голод. Ну что, вот на тех высоких. Нет, не получается, Паш. Мата, и можно пробить. Вот хороший мог быть по мысли, да, пас. Длинный пас от Эрика Баи, здорово играли. Длинный и хороший перевод. Пас все равно получил. Мяч у МакТомина из-под ног выбили. Но снова транзитом через ногу МакТомина. Защитников подбор за красными. И удар поворот. На московском дерби Андрей Талалаев похожий для голкипера Дерби Каунти. 1-0. Да весь матч будут показывать, что бы ни происходило. Уэйн Руни все равно. Чтобы отборолся Лингард. Дальше удар Фернандеша. Отскок в... И опять очень хорошо слышно болельщиков гостей. Аминей, можно пробить. Только мяч выскреби из-под ног. Ну, а мы еще раз смотрим, как неудачно принимает мяч Скотт Мак. Очень жаль, но похоже, что... Не коснулся ли там мяч, в принципе, еще и Джесси Лингарда? Вот ему съедает клуба Гранде, не проведя ни единого матча. Дебют за Манчестер Юнайтед. Ну ладно, все, хватит разговоров, хватит. Фолсон сказал Мате. Ну, им сегодня не помогает. Угловой, конечно, это шанс для Дерби. Подача. Это Шоу. По штрафную Игало. Каким-то чудом он бы не получился. Выгребал из-под себя Адеон Игало. Не без доли везения, само собой. А здесь передача на Игало. И посмотрите, в окружении за Прайд Парк Стадиум. Второй. Возвращается мяч к португальцу. Простой.
Люк Шоу забивал. Мяч к нему снова приходит. Потеря. Вот 13 место и самый главный отрыв уже довольно серьезный. Даже это добавляет Полсон, но в первую очередь из-за того, что помощь оказывали. Давайте посмотрим вот на этот эпизод. Там, разберись, но даже если рука была. Ничего криминального, показывает Полсон, и Юнайтед может выходить в контратаку. Вряд ли здесь был повод. Может быть, кстати, интересно. Посмотрите, мяч быстро доходит до штрафной плотно. Второй гол в этом матче. И второй гол подряд, кстати, да, во второй игре. Виктора Линделёфа едва не привела к курьезному Такер. Еще один совсем молодой, юный, я бы сказал, футболист. И Филипп Коку. Подача с угла поля. Вот направо от легенды. Богл. Подача. Ну, а здесь, посмотрите, какая передача от Богла. И... ну и здесь-то на это... Фернандеш. Угол. Один навес шикарный он уже сделал. Великолепный. И здесь какая... Офсайд все-таки. По-моему, слышите, как встречает теперь Скотта МакТомина и Прайд Парк. А вот здорово. Шоу. Мяч штрафной. Ой, как легко. Баллисты дерби. Игрокам Юнайтед МакТомины. И там Лоуренс успел как раз вставить свою ногу между них. Вот эти 720 тысяч были бы очень кстати. Это тоже крупный. В том числе за счет новых технологий, за счет приложений он сплотил значительно. МакТомины 23 года. Сайбли 18. В таком возрасте это пропасть. Пас налево. Лоу. Подача в штрафную. Так и происходит. Мяч на линии штрафной. Здорово. Шоу. И соревнования даются Дерби Каунти. Ой-ой-ой. Ох, как скорый поезд снес 18. Идет у парня, если заявляет о себе своей настырностью, своей злостью. Мата отборолся, сделал пас направо на Фернандеша. А вот это может быть интересно. Это может быть третий гол. Прошел мяч снова на Лингарда. Смотрим, здесь чудом прошла вот эта передача. И дальше... Эйра. Возвращается мяч в бразильцу. Эмоции у них практически синхронные. Гало разобрался. Нет офсайда. Можно продолжать. Можно забивать третий. Второй попытки. Он уже дерби. Здесь удар заблокирован на ленточке. Но мяч опять попадает. Здесь никакого... Поздно увидели, что застряли. Опять же, ну да, его тут, кажется. Пока играем. Удар мат. Ну, парню 19 лет. Научится линию офсайда держать. Ищите замену. И Гала остается на поле. Сегодня он здесь, в дерби закон. Ну и, конечно, намоленности ей по английским меркам не хватает. Еще один момент остался у Сайбли. Тем не менее, точную передачу он выполнил. А вот Шоу. Удар, поворот. Главная борода английского футбола. В финале. Ну, а там, глядишь, и полуфинал. Это уже Уэмбли. Уэйн сделал пас на Сайбли. Отдал игру. Срезал ее. Сегодня пение болельщиков Юнайтед – это просто наслаждение.